В ходе прохождения Cyberpunk 2077 мне очень понравились снайперские винтовки, поэтому предлагаю уделить им особое внимание. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дед Сергей, и в этом видео я расскажу и покажу, где найти культовые и легендарные снайперские винтовки Cyberpunk 2077. Губитель. Можно найти в ходе основного задания город-призрак Спанам. Возвращаем девушке ее транспортное средство и соглашаемся помочь убить Нэша. После успешного выполнения задания поднимаем винтовку с поверженного врага. Прорыв. Эта снайперская винтовка находится в Санто-Доминго. Идем на вот этот череп, разбираемся со всеми преступниками и мы найдем чертеж данной винтовочки. Как только разобрался со всеми NPC, иди к тому, кто помечен таким фиолетовым квадратиком, и здесь найдешь документацию прорыв. Бери, и теперь ты сможешь ее изготовить самостоятельно. 0.5. В начале игры нам с тобой предложат небольшие побочные квесты «Кровь и кость». В районе Айра предлагаем Баку поставить на кон снайперскую винтовку против наших 12 тысяч евробаксов. Побеждаем соперника. И казалось бы, вот она, наша снайперская винтовка, но нет. Он позовет своих пацанов, поэтому всех уделывай, и только потом ты сможешь забрать снайперскую винтовку. Она лежит на полке за грузовиком. Эта снайперская винтовка использует разрывные патроны. Надзор. Получаем этот предмет в награду за выполнение побочного квеста задания Панам, оседлавший бурю. Винтовка оснащена глушителем и умеет ускоренную перезарядку. Ашура. Легендарная снайперская винтовка. Находится она вот здесь, в восточной части ранчо Коронадо. Чертеж находится у Пола Крейвена, который находится на самом верху. Не нравится мне это. Как только его убьешь, подходи и лутай данную документацию. Теперь ты можешь сам крафтить ее. Винтовка выпускает умные микроснаряды, которые преследуют врагов. Некомата. Легендарная снайперская винтовка. Винтовка стоит больше 100 тысяч евро-долларов, но сумма покупки не фиксированная, поэтому у каждого игрока сумма будет своя. Например, у меня это почти 308 косарей. Представь себе, 308, мать его. Если не знаешь, как заработать денег в Cyberpunk 2077, вот тебе подсказочка сверху. Некомата стреляет заряженными патронами, а также наносит электрический урон и имеет неплохие показатели критического урона. Приобретается в оружейном магазине в доках в районе Уотсон. Ну что, дорогой друг, вот и все снайперские винтовки, которые, на мой взгляд, самые классные в игре. Опять же, я знаю, что я нашел далеко не все. И, скорее всего, у тебя есть какие-то свои снайперские винтовки и места, где они спрятаны. Думаю, можно обсудить это в комментариях. А пока что, думаю, на этом может закончить видео. Так что, если видео понравилось, пригодилось, то поставь видео лайк. Если нравится канал, то подпишитесь на канал. Ну и все, друзья, всем пока-пока.